Несколько хадисов. Первый. Свод хадис имама Тирмизи от Абу Хурайра, достоверный хадис, сахих. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Уфшу ссаляма, ва атъиму ттаама, ва адрибу лхаама, туарасу лджинан». Из разряда таких четких, ясных и конкретных хадисов, которые дают четкую рекомендацию, те или иные действия. «Уфшу ссалям». То есть распространяйте между собой мир. Ну, если посрочно, распространяйте мир. Пояснение. Желайте другим мира, благоденствия, благополучия. Излучайте миролюбие. Салям как раз вот эти все значения. Желайте другим мира, благоденствия, благополучия. Излучайте миролюбие. Ну, реалии сегодняшнего времени, то, что многие мусульмане получили представление об исламе с телевидения, поэтому они очень часто ходят какими? Далеко не миролюбивыми. Как будто им салам алейкум, брат. То есть, ну, сказать, что он такой прям вот миролюбивый, да? Вот уфшу салям, от него исходит миролюбие, мир, пожелание мира, не скажешь. То есть, ну, получилось так, что мировые СМИ немножко мусульман перевоспитали в этом опросе, сказали, что они все такие угрюмые, грустные, жестокие, страшные там, и так далее. Злые, да, обозленные, гневные. Вот, ну, все эти характеристики могут относиться к человеку неверующему, но к верующему человеку, конечно, эти характеристики, но никак, если мы говорим о Коране и о Сунне. Не о сегодняшних масс-медиа, а говорим, если о Коране и о Сунне, то тот же самый хадис достоверный. Уфшу ссалям. То есть распространяйте мир. Желайте другим мира, благоденствия, благополучия, излучайте миролюбие. Далее идет у атъиму ттаам. Ну, мусульмане всегда во все времена были вообще верующие люди. И в Коране, в том числе, и ситуация с Авраамом, там во все времена были гостеприимны. Есть как раз вторая часть. Уалта эмутаам. Кормите, угощайте других, то есть будьте гостеприимны. Далее третий идет уадрибульхам. Уничтожайте вредных ядовитых насекомых. Ну, это вроде как простая вещь, да, но здесь тоже интересно. То есть порой люди некоторые бывают с разными крайностями, там, что вот букашка, ее же там Всевышний сотворил, поэтому там что-то как-то там и так далее. То есть, ну, бывают самые разные ситуации. И вот здесь гамма, именно вредные, ядовитые насекомые, нужно их уничтожать. Уничтожайте вредные, ядовитые насекомые. Да? И здесь концовка что идет? Туарасульджинан. Вот эти три качества имеете? Туарасульджинан. И вы унаследуете райскую обитель. Но здесь пояснение в квадратных скобках с учетом других аятов и хадисов. Если оставались верующими до конца своих земных дней. То есть качество бытности именно верующим человеком, конечно же, никто не отменял. Но простые вещи. Излучать мир, распространять мир, кормить, угощать, быть гостеприимным и все-таки поддерживать чистоту, порядок. Те же самые там разные насекомые, вредные, тем более ядовитые, нужно их уничтожать. Вот такой простенький, но очень даже практичный хадис.